Хочу показать сегодняшнюю закупку. Эдик сегодня накупил нам яблок. Две сетки, еще такие. Вот это чуть-чуть они обрезаются, и они хорошие. Это не страшно, но они вкусные, эти яблоки. А это другой сорт. Пахнут, сил нет. Я как понюхала, прям как на яблочном заводе. Не, лучше в яблочном саду. Так, цибульки купил, попросила купить помельче. Хочу ее проращивать на зелень. Стаканчики ставить. Пекинская капустка. Ну, такая уже подгулявшая. Но взял. Потому что я сейчас нашла рецепт. Солю. Типа кимчи. И хочу еще одну сделать. Быстро уходит. Два батона хлеба. И вот такой вот темный. Сыр кисломолочный, творог, сметана 20% была по акции, вот такой вот лимончик, такой хороший лимончик, рисовые хлебцы, это я попросила для меня, такие вот хлебцы, потому что я сегодня аж второй день не ем хлеба и сахар. Ну, всего лишь второй день. Не переживайте. Я от вот этого хлеба вряд ли удержусь и воздержусь. Так, хлебцы сказала. Печеньки вот такие вот купил. Два пакетика конфеток. Это арахис в шоколаде. Рекомендую. Очень, очень вкусный. Орех хрустящий, сушеный. И шоколад тоже нормальный, хороший. Так, сыр я сказала. Все, это все наши покупки сегодня. Стоимость 373 гривны. 5 гривен скидка. Вот такие вот покупки в АТБ. Еда. Холодный свекольник. Холодной зимой. С рисовыми хлебцами. Я ж хлеб не ем. Все ем. Хлеб не ем и сахар не ем. И здесь нету картошки. Сюда в свекольник еще желательно картошечку, но я решила в диетических целях не варить ее. Нашла себе причину, чтобы не варить картошку. Это я только себе сделала. Люди такое не едят. На кефирчике со сметанкой. Все как положено, но без хлеба. Рисовые хлебцы мне помогут. Всем приятного аппетита. У меня есть такая странная привычка. Я люблю снимать небо. И посмотрите, какое оно прекрасное. Оно просто непередаваемое. И облака так быстро плывут. Видите, как они плывут быстро? Уже солнце садится. Красивенные. А там... О, боже, как красиво. Красота, но холодно. Холодно, надо бежать, бежать, прятаться. Ой, какое небо, боже, боже. Невероятно. Ай, нет, холодно. Искусство требует жертв. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки.